Деловая настольная симуляционная игра – это одна из таких прогрессивных новых форм подачи информации и обучения. Сегодня у нас пилотная группа по внедрению деловой симуляционной игры по эффективному управлению бюджетной организацией города Москвы. Это 40. This simulation is unique in the sense that... Симуляция уникальна. Она была сделана для университета правительства Москвы, чтобы продемонстрировать изменения в администрировании правительственных организаций. Ничего подобного не существует, так как таких же ресурсных стандартов и KPI, как правительство Москвы, нет нигде в мире. Уникальность прежде всего в формате, потому что это симуляционная деловая игра. Формат достаточно современный, он используется очень давно на рынке и в бизнесе, но вот, например, в правительстве это совершенно новый и необычный формат. На самом деле он считается эффективным, потому что он позволяет получить максимум результата за короткое время. Мы пригласили для участия руководителей и заместителей руководителей из образования, здравоохранения, социальной защиты, специалистов по бухгалтерскому учету, по бюджетным финансам, для того, чтобы с их помощью усовершенствовать данную игру, собрать их окончательные замечания и учесть их для того, чтобы сделать игру максимально приближенной к реальности. Такого типа игры в настоящий момент более распространены в корпоративном секторе. Если говорить про систему госуправления, то таких игр на рынке практически нет. По крайней мере, если говорить про Российскую Федерацию, я думаю, что мы здесь, несомненно, будем пионерами в продвижении данной образовательной технологии на нашем рынке госуправления. Нам сейчас важно узнать мнение экспертов о том, насколько тот материал, который дан в игре, действительно связан с теми реалиями, которые существуют у них, и с точки зрения финансирования, и с точки зрения законодательства. Такая симуляционная игра помогает им потренироваться жить по-новому, делать новые акценты в своей работе для того, чтобы делать свою работу более эффективной, ну и работу госучреждения в целом тоже. Сейчас активно развивается приносящая доход деятельность. Это поощряется в госучреждениях. Важно, чтобы учреждение не только получало деньги от государства, но и умело самостоятельно выстраивать деятельность, которая поможет заработать дополнительные средства и развиваться организации, быть конкурентоспособной, повернуться лицом к жителям и показывать клиентоориентированный подход, показывать высокие стандарты качества работы. И весь этот комплекс мер, весь этот комплекс факторов, он влияет на то содержание игры, которое сейчас демонстрируется. За 30 лет мы поняли, что этот предмет лучше усваивается через командную работу и принятие решений, которые имеют финансовую, операционную и стратегическую природу. 2.7 минус 5.